Итак, господа, всех приветствую. С вами Андромалик, и у нас сегодня последний особый дракон. Он механический, его зовут Мехамунчер. Мехамунхер. Не знаю, Мехамунхер или Мехамунчер. Неважно. Давайте смотреть на него. Здесь ничего интересного. В общем, мы его купили. Это последний, пятый. И надо его прокачать. Ого, он тут ракетки какие-то будет пускать. Вау. Ну, сейчас посмотрим, что он там будет делать. Так, динамит, это что динамит? А, когда атакует, еще динамит какой-то бросает, и все просто взрывается. Сейчас мы посмотрим, насколько это все круто. Так, что-то еще, смотрите, дроны, походу, какие-то, подождите. Мини-копта. Мини-копта. Коптер это, ну да, это дрон. Дрон с пулеметом. Хорошо, ну этот просто супер, как бы, злой дракон. Просто все уничтожит, прям, супер жесткий. Все, я прокачал его до 60-го левела. Выберем ему напарников. Давайте все подряд. Первый, второй, третий, четвертый. Все, 4 напарника, не знаю, рандомные, случайные. И погнали. Это у нас последний, пятый. И всего у нас 17 роликов получилось по этой игре, так что... Если вам нравится игра, ставьте лайк, значит, возможно, еще будет продолжение, когда будут ролики. Если вам игра не супер нравится, мы будем что-нибудь другое снимать. Так что все зависит от вас. Так, ну что? Ох, какой он большой! Тут вообще ничего не видно, если честно. Так, ускорение что ему дает? Короче, впереди у него, где-то во рту, установлен пулемет. Когда ты ускоряешься... Он стреляет. И место, смотрите, место ускорения, видите, эмо. Эмо это патроны. А, кстати, он умеет летать вообще? Да, он умеет летать. Это я. Да, просто выше надо. Тут нельзя лететь выше, надо типа с ускорением только. То есть вот такой он умеет стрелять с пулемета. А как насчет бомбы, какие-то ракеты там вылетать должны? Давайте смотреть на него. Вот, я ничего не делаю. Вот, коптер, смотрите, вылетел слева, видите? И наши вот все наши товарищи, все детеныши здесь. Значит, коптер, я вижу, работает. Пулемет работает, когда нажимаем когда нажимаем вторым пальцем тап по экрану. Но у меня как бы BlueStacks, у меня эмулятор, поэтому мне не надо так делать. Я забиндил второй тап пальца на пробел. Очень удобно, то есть. Сейчас будем отстреливать всех. Правда, кого здесь стрелять в этой игре, я не понимаю. Здесь вот, например, в Hungry Shark World, вот там нужны крутые акулы, самые крутые, да, потому что там есть враги какие-то жесткие, да, опасные. А вот в этой игре, неважно, какой у тебя дракон, начиная с больших драконов, ты практически все можешь уничтожить, и тебе нет смысла вообще Excel брать какого-нибудь. То есть нету особо опасности какой-то в этой игре. Ну вот яд, например. Почему яд на меня действует, если я механический? Вот смотрите. В чем вообще смысл яда? Яд действует на живые существа, правильно? Я же не живое существо сейчас. Ну да, у меня какой-то гоблин там или кто-то сидит, типа управляет, да? Но он же в защите, он сидит там в себя и нажимает рычаги. То есть на него яд не должен действовать, правильно? Но яд, типа, показано, что, типа, действует на меня. Ну вот это как бы недоработки небольшие в игре. Такого не должно быть. Вы согласны или нет со мной? Мне кажется, согласны. Ну вот, я так считаю, не знаю, это моя позиция. Так, ну что, давайте постреляем, что ли, а то я без ускорения что-то всех ем. По очкам очень плохо, 110 тысяч очков и 591 золото у нас. Хотя я уже, наверное, 3 минуты поплавал. То есть довольно-таки медленно все это идет. Набираются очки у нас. Хотя нет, 2 минуты, я вон, 2 минуты только. Но не все равно здесь как бы, я уже чувствую, что Fire Rush очень долго накапливается. Вот сейчас он как бы... Вроде накапливает. А подождите, а Fire Rush может быть и назад уходит, если ничего не делать, или нет? Нет. Fire Rush назад не идет. Это я думал, может быть, почему у меня Fire Rush иногда долго нету. Потому что я перестаю брать очки, и он назад уходит, типа. Как здоровье, типа, кончается. Как выносливость. Но нет. Здесь такого нет. Это просто так получается. Так получается. Так, ну что? Что нам тут делать? О, перчик, халапиньо взяли, хорошо. Скоро будет у нас и наша лихорадка. Так, нам не сюда. Нам сюда. Так, куда здесь?
Я даже не знаю, что комментировать, если честно. Я просто в шоке от того, что они сделали. Ну, хотя мне... Я не играл в Hungry Shark World. Я, ну, в плане играл, но не открывал там прям всех-всех-всех, по-моему, акул. Подскажите, есть ли там специальные акулы? Если есть, есть ли там вот такие механические, похожие на вот это что-то? Мне кажется, если они сделали здесь, они, возможно, с Hungry Shark World взяли что-то. Я знаю, что есть механическая, которая называется... Я уже забыл, как она называется. Ну, в Hungry Shark Evolution, но она давно была. Она очень давно была, и она прикольная. Но здесь, посмотрите, что они сделали. Здесь просто... Я только не понимаю, как тут еще ракеты вылетают в какой момент. У него еще, типа, ракеты какие-то вылетали. Ну, должны вылетать. Дрон здесь, ракеты, пулемет, короче... Вот это все, как это все работает. Я просто не могу увидеть это все из-за того, что посмотреть, что происходит на экране. Здесь постоянный экшен, невозможно расслабиться. Что вообще творится сейчас? Миллион очков заработали. Но это мега раш просто. На мега раше всегда много очков. И то я летел вверх, и там ничего не было. Я мог и 2 миллиона, может быть, заработать очков, если был в нормальном месте, где много врагов было. А я был вообще непонятно где. Ну вот этим, вот этой акулой, ой, какой акулы, вот этим драконом мы заканчиваем наши обзоры. На данный момент больше нет у меня. Может быть, когда вы, ролик вы будете смотреть, уже какое-то обновление к игре вышло и появился новый дракон. Вы пишите в комментах, если что. Не стесняйтесь, посмотрим. Может быть, продолжу дальше что-нибудь сделать по этой игре, если вам понравится. Просто я буду смотреть по количеству просмотров, по количеству лайков и по количеству комментариев к этой игре, и мы будем смотреть вообще, как бы, нравится вам или нет. Вот это показатели для меня. Если комментов мало, значит, вам что-то не нравится или скучная игра. Если лайков мало, значит, реально вы не хотите это прям... Ну, лайк не за... видео не заслужило. А если просмотров мало, это в целом вообще, как бы, на YouTube игра неинтересная. Ну, типа, просмотры в целом, это как на YouTube смотрят эту игру. То есть игра может быть супер популярной, но на YouTube, может быть, просто никто не смотрит эту игру. Такое часто бывает, что игра какая-то, ну, популярная, например, для стримов, да, а на YouTube вообще никто не смотрит. Такое часто бывает, потому что есть игры, которые в реальном времени, вживую интересно смотреть, а в записи уже вообще ничего не интересно. Так вот, я не знаю, посмотрим по показателям, как у нас эта игра, что она наберет. Так, кстати, сколько оценку я поставлю? Я, наверное, 8 поставлю, потому что 9 это была та тот дракон, который ледяной, он реально Icebreaker, я запомнил даже имя. Icebreaker это прям вообще топчик, просто бомба, бомба. Хоть это и ледяной дракон, но можно назвать это ледяная бомба, да. Ледяная бомба прям очень классный. Классный дракон вообще прям, респект за него, он мне понравился. В общем, это мой лучший особый дракон. Десятку не ставлю, потому что у него там минусы были какие-то. В плане, когда он замораживает, то ли там то ли очков меньше дают, или наоборот, мало просто золота дают, потому что или еды мало засчитывается из-за того, что ты замораживаешь их и убиваешь там как-то заранее. В общем, там есть минус какой-то. Но это не столь важно, поэтому десятка это как бы идеальная какая-то акула или близко к идеальному. Но я десятку поставил обычной акуле какой-то. Кто вот реально все ролики смотрел, пишите, сколько вот я поставил. Какая моя самая любимая? Не акула, а дракон. И, кстати, пишите, какие у вас самые любимые. Извините, я не ожидал, что-то кашлю громко. Надеюсь, я вас не испугала, а то, может, напишите сейчас. А-а-а, как громко, мои уши! Надеюсь, все нормально у вас. Надеюсь, все хорошо. В наушниках нельзя уже смотреть. Смотрите без наушников. А что вы с этими наушниками? Вы оглохнете в наушниках все время смотреть игры. Нельзя так. Иногда надо просто поставить колоночку или с телефона включить звук. Это будет полезнее для вашего здоровья. Меньше поль... Ну, как бы не полезнее, а просто меньше... Меньше ущерба для вашего здоровья может причинить. Потому что я реально могу как бы кашлять начать очень громко в любой момент. У меня микрофон супер чувствительный. Представляете, насколько это громко будет. У вас прям уши лопнут. Барабанные перепонки лопнут. Я, кстати, всегда думал, что такое барабанная перепонка там и прочее. Все там говорят, типа, в ухе перепонкам. Оглохнешь, она лопнет, там какая-то ерунда. А вот как вообще это выглядит? Вот кто-нибудь представляет вообще? Барабанная перепонка. Я вообще не представляю, что это такое. Я знаю, что такое барабан, но это никак не связано с барабаном. Я не знаю, что такое перепонка. Но это что-то, мне кажется, перепонка по названию, мне кажется, что-то очень такое... тонкое, что-то очень чувствительное. То есть очень опасно вообще что-то делать с этим делом. В общем, это вот, как мне кажется. Это мои вот такие вот... такие вот дела. Ладно, ребята, главное, чтобы у вас все было хорошо. Это у нас последний ролик. Радуйте своих родителей. Много не едите, не... кушайте ерунды всякой, типа чипсов, газировки. Это все плохая еда.
Просто вы вырастите, и из-за этого у вас, например, иммунитет будет плохой, будете постоянно болеть, или у вас волосы выпадут, как у меня. Вот я газировки много пил, видите, у меня волос нету, все. Волосы не растут, так что я яркий пример, что все. Я много в игры играю, сижу тут ради вас, стараюсь, поэтому вот видите, у меня уже здоровье плохое, я уже старый, мне на пенсию пора скоро. В общем, чтобы у вас такого не было, играйте с друзьями, уделяйте внимание вашим родителям, радуйте их. Какой-нибудь небольшой подарок сделайте им, я не знаю, им будет приятно, знаете, а? Возьмите какую-нибудь, нарисуйте что-нибудь, например. Или еще что-нибудь руками сделайте. То, что не обязательно что-то надо покупать дорогое или еще что-нибудь. Просто своими руками можно что-то сделать. И им будет очень приятно, поверьте. Может быть, они не покажут вам прям радости, но внутри у них сердце будет очень, очень радостное, поверьте мне. И смотрите, не болейте, не хворайте. Здоровье очень важно для каждого из вас, ребят. Вы еще мелкие, может быть, все мелкие, когда вы думаете, что вы типа, ну, у вас все хорошо со здоровьем, все отлично. Но вот если вы будете все плохо есть, в 20 лет, 25 или в 30 у вас уже начнут проблемы. И потом вы будете такие сами себе говорить, блин, нафига я ел эти чипсы, когда был мелким? Почему я, например, там хорошую еду не ел? Зачем я этот Ролтон покупал и прочее? Вот зачем? Можно же и так что-нибудь... Главное, Макдональдс, например, зачем это кушать? Можно самому это все сделать. Купите мяско, поджарьте его в булочку, положите там сырок, знаете, плавленый, купите. Он недорогой, один ломтик. Один ломтик этого сыра, и все, что там еще надо. С кетчупа какого-нибудь намазали. Кетчуп вообще копейки стоит. Ну, кетчуп не супер... это хорошая вещь, на самом деле, для здоровья. Ну и не супер плохая. Если вы будете кетчуп есть, я думаю, плохо не станет. Прям супер. Вот майонез, ребята. Избегайте майонеза. Майонез — это просто жесть. Вы просто не знаете, с чего майонез делают. Если посмотрите на этикетку, с чего там делается это. Посмотрите, погуглите каждое вещество, и вы просто офигеете. Просто химия какая-то. На самом деле. Реально. Говорю, как есть. Я сам офигел, когда узнал, с чего делают майонез. И напишите в гугле или, например, на ютубе «Вся правда о майонезе». Я думаю, там есть какой-нибудь ролик документальный, да? И там можете посмотреть, кто-нибудь уже сделал обзор на майонез. Майонез, короче, его везде добавляют, там всякие бургеры, фастфуде, да? Его много где добавляют. Да и в салаты, и везде много. Я вот майонез реально не ем. Я никогда его не покупал сам. Иногда там мама какой-то салат делала, там типа селедка под шубой, там, по-моему, майонез нужен. И на Новый год этот салат оливье, который все делают, там тоже типа нужен майонез. Но когда я ем, я чувствую, что этот майонез, он просто разъедает меня. Просто вот я чувствую, насколько он химический, просто... Так что вот следите за здоровьем. И главное, не бухайте, ребята. Вы вот вы вырастите, и вам кажется будет, о, пиво это круто. Или, о, водка, давайте выпьем водку. О, круто, я пьяный, я хорошо себя чувствую. Это не то, ребята. Не надо вам этого, ребята. Можно хорошо чувствовать себя и так. Вы просто возьмитесь за себя, сделайте все хорошо, у вас будет. У вас будет хорошее здоровье, у вас будет хорошая работа и хорошая жизнь. Вам надо просто в это верить. И что-то делать ради этого. Не просто вот что, типа, ай, ладно, настроения нет, пойду там, выпью пиво. Или... Ну, это вы в будущем, вы сейчас, может, и не пьете, но... У меня одноклассники, короче, знаете, с какого класса начали пить пиво? По-моему, с 6 класса. Может быть, даже с 5, но я точно не помню. Вот с 6 начали пить. В седьмом классе у них уже проблемы с желудком были. Они прогуливали уроки, там, короче, их в милицию забирали, и прочая ерунда началась уже. В общем, кто-то вырос бандитом, кто-то вырос там и все время болеет, кто-то вырос, вообще не знает, у него там ноги, руки и вообще не работают, типа, все плохо. Он типа инвалид вообще по жизни из-за этого. В общем, смотрите, ребята, я просто хочу, чтобы у меня были здоровые подписчики. Потому что вы вырастете, посмотрите этот ролик через 10 лет и такие вспомните. Андро Малик был прав. Я вот сейчас не пью уже, и никогда не пил, и не буду курить, и не пить, и буду здоровым, заниматься спортом, бегать, вообще классно все будет. И посмотрите мой ролик через 10 лет и оставите коммент здесь. И я поставлю ролику лайк и сердечко. Если, конечно, YouTube через 10 лет еще будет существовать. Я надеюсь, его еще не закроют. Потому что все против YouTube сейчас вообще. Просто все. Все компании и прочее. Все просто ненавидят YouTube. Потому что здесь можно сказать то, что ты не скажешь где-то в другом месте. Ты можешь высказать свою точку зрения, и все это услышат, понимаете? Вы можете сказать и донести что-то до кого-то. Типа, майонез говно, я вот я сказал. А все-таки производители майонеза. Ай-яй-яй, я засужу его. Вот он про майонез говорит. А мы миллиарды долларов на майонезе зарабатываем. Эх, он...
Хочет, чтобы я бедным стал, миллиарды долларов потерял. Ай-яй-яй, нет. Закроем его канал. Вот, надеюсь, такого не будет. Ладно, это так, я уже просто с ума схожу, потому что это 17-й ролик по этой игре, я уже немножко переиграл, и мне надо отдохнуть. Я больше пока что такие игры похожие не играть не буду. Я, кстати, похудел на 5 килограмм, если вы не знаете, я весил 83 килограмма, а сейчас 78 и даже 77, то, возможно, даже 6 килограмм я потерял. Ну, то есть там где-то с половиной, наверное. 5,5-6 килограмм потерял. Видите, у меня даже лицо худое стало. Но это все правильно, я слишком много вешу, может быть, это не видно по голове, да? Но вот чуть пониже у меня там попа большая и прочее, я это уже... Это из-за того, что я вот и реально ерунду всякую ел все подряд. Сейчас я ем хорошо, правильно. Вот воду все время, вот таких 4 бутылки в день пью. Это по пол-литра здесь. Пол-литра, 4 бутылки, 2 литра воды я выпиваю. Плюс чаек пью, там, молочко, что это такое. То есть я чуть ли не 3 литра в день пью воды. И это очень классная тема, ребята. Хотите похудеть, начните с воды. И уберите все, сахар, вообще не, не ешьте сахар. Йогурты всякие, глазированные сырки, всякую газировку. Все же, где есть сахар, просто уберите. И вы похудеете за пару месяцев на много килограмм. Все, с вами был Андромалик, пока, до новых встреч, увидимся.